Таджикистан. Колхоз из Фаринского района заканчивает сбор хлопка. Пятьдесят центнеров собирают хлопкоробы с каждого гектара. Горьковская область. Колхоз орденоносец «Советская деревня» отправляет на элеватор обоз с хлебом. Обязательства перед государством выполнены. К октябрьской годовщине колхоз сдает 540 подвод зерна в счет поставок будущего года. Дальний Восток, Амурский лиман. Ловецкие бригады закончили годовую программу. Новым богатым уловом встречают рыбаки наступающий праздник. Ишимбаевские нефтепромыслы. Октябрьскую вахту несет бригада бурового мастера Комендантова. Добыча нефти увеличивается. Непрерывным потоком отправляется горючее на фронт. Северный Урал. Неисчислимо богатство его недр. На богословских копях уголь добывается прямо с поверхности земли. Славно работают горняки-уральцы, дают стране, фронту, десятки эшелонов угля сверхплана. Пятый месяц с гордостью держит переходящее знамя ЦК ВКП большевиков коллектив артиллерийского завода имени Сталина. В предоктябрьском соревновании первое место занял стахановец Наумов. Руководит заводом герой социалистического труда товарищ Елян. Эти пушки завод выпустил сверхплана в честь 25-й годовщины октября. Северный Кавказ. Thank you.
тяжелых условиях действуют горные части Красной Армии. Они стойко защищают каждый перевал. Свободолюбивые народы Кавказа поднялись против ненавистного врага. Каждый, способный держать винтовку, встал на защиту родной земли. Несгибаемо стоят сталинградцы, громя и истребляя врага в уличных боях. Каждый день, каждый бой рождает новых героев. Связь с батареей прервана. Боец-связист Османлиев под огнем противника восстанавливает поврежденную линию. Батарея снова открыла огонь. Сталью и огнем выжигают штурмовики вражеские позиции. Огневые точки противника подавлены. Пошли в атаку танки подполковника Малышева. Немецким снарядом подожжена машина лейтенанта Катис. Не выходя из атаки, экипаж погасил огонь и снова в бой. За советскую отчизну идут в бой сыны всех народов Советского Союза,
грудью своей, защищая завоевание октября, свободу, честь и независимость нашей Родины.